Ежегодно в феврале территориальная избирательная комиссия Славянская проводит мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя. Их цель – ознакомить молодежь с работой избирательных комиссий, политическими партиями, а также донести правовые знания по избирательному законодательству и повысить правовую культуру. От молодого избирателя до молодого депутата. Под таким названием 20 февраля в территориальной избирательной комиссии Славянская прошла встреча членов молодежного общественного совета с представителями местных отделений парламентских партий. На заседании присутствовали представители славянских местных отделений «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Они рассказали о деятельности партий, их лидерах и проектах, реализуемых политическими объединениями. Также присутствующие ознакомились с основными шагами, которые необходимо сделать гражданину России, чтобы пройти путь от молодого избирателя до молодого депутата. Члены Совета задавали представителям партии вопросы, связанные с темой мероприятия, и получили исчерпывающие ответы. Молодые избиратели узнали много нового и интересного о политической жизни Славянского района и всей страны.